Пока. Пока. Команда в сборе. Девочки, вы все собрались? Вам весело будет там. Мне да. Думаешь, я могу нести. Маленькая моя чекуся. Сегодня... Бандитка наша. Едем выгуливать Марту, чтобы она набегалась. У нас теплее. Это тут мальчик какой-то. Прям тепло сосовываешь, и тепло тут. Что, папочка твой не едет? Да, не едет. Она не любит. Сегодня Марта любит. Выгуливала. Друзья, всем привет! Вы на канале Rita Lifestyle. Мы выбрались сегодня на наши озера прогуляться и выгулить наших собачек. К нам приехала Марта на перевоспитание. Мы будем ее приучать к порядку. Да, Илечка? Да. Отдаем маме Рите. Да, мама Рита будет приучать к порядку. Девчонки, вы где там? Да у меня на дереве стреляла полка. Хороший у нас сегодня денек, солнечный. Не жарко, не холодно, очень приятно. Дашь привет зрителям канала. Скажи спасибо за поддержку. Видео про окрашенные волосы. Мама сначала не хотела красить мне волосы. Она сначала днем сказала, ну окей. А когда вечером я спросила, она сказала нет. Но ну, в итоге... Мама так всегда делает. Она сначала разрешает, а потом говорит, я такого не говорила. Что это вы придумали? Смотрите, какое живописное болотце. Вот там, Соня, водятся настоящие кикиморы болотные. Ну что, клюет? Да, у да, большие? Да, ну, можно тут, посмотреть? Тут маленький, я не знаю, большой, наверное, нет. Ну, это окушок, да? Да. Полосатенький. Все равно приятно. Итак, время провождения. Вот собака довольная какая, Марта. Чика до сих пор еще немножко в шоке. Она опять отвыкла от нее. Я думаю, они привыкнут в ближайшее время друг к другу. Марта очень динамичная у нас девочка. Была... Давайте налево можно пойти, направо можно Чика. Пойти. Тут такие, подождите, тут такие сочные жирные елочки. Мне очень нравится. Такую маленькую можно посадить на участке и формировать елочку. Вообще, я тут, блин, не очень. Вон там, где камушки. А можем кружочек обойти, мы найдем сейчас место хорошее. Не, боюсь. Вон, видишь, Эль. Давай сюда будем. Зачем? Не, ну тут плохое. Вон. Тут вот там хорошо. Да. Мы легко пройдем туда. Пойдемте. Я там даже не смогу. На тебе тогда. Сможешь. Головастики, смотри. Смотрите, сколько головастиков. Так я и говорю, Гели. Она говорит, что это пиявки. Нет, нет. Проходите, девочки. Пошли, вперед. Пошли. А мы Соня бесстрашная. Соня, давай я перейду. Спокойненько, спокойненько. О, да и не будет телефон. Опа. Мама, мама решила, да. Марта, что? Марта, пойдем по воде. Давай по воде ее. Нет, стой, 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 ты чего, Марта? Давай-ка. Она испугалась. Лучше по воде, Соня. Ну, видишь, я когда прошла, значит, тут тоже можно. Мам, там лес. Там ужасно. Расскажи о своих впечатлениях. Там ужасно, я не хочу туда. Там нельзя даже поплавать хорошо. Вон там было. Сегодня холодно немножко. А на солнце жарковато в куртке. Как в тот раз на ёлку.
Вот. И пожарим. Соня говорит, что мы сейчас найдем змею и пожарим. Сегодня я в роли блогера. Я, конечно, мечтала быть бьюти-блогером, но... Обзор на лес тоже обзор. Конечно. Такие вот дела. Конечно, к тебе в лесу ветки не лезут. Вот здесь есть остров. Посмотрите, какой остров. Видите, какой остров? До него легко можно доплыть. Что там, Сонь? Там берег, вон, видишь? Да, мы ищем пустынный берег, и я знаю, где он, и мы сейчас его обязательно найдем. И напомнила тебе оно. Но нам для этого нужно найти безопасное место, чтобы подальше от дороги, и чтобы она к людям не приставала. О, плот, плот, Лика, плот! Точно, Лика, смотрите, Джан. Там плот. Брат, плот. Нашли плот, ребята, смотрите. Ну, это, наверное, чей-то. Но мы можем попользоваться, в конце концов, и обратно поставить, правильно? Улетим куда-нибудь? Улетим куда-нибудь? Эля, поплывешь? Ну, вместе с Мартой. Анжелика, поплывешь на плоту? Поплывешь. Может, Марту одну отпустим? Марта, давай, прыгай. Анжелика, разденься. Анжелика, нет, девочки. Вернулись немедленно, обе. На плот можно только раздетыми, хотя бы без брюк. Я не буду раздеваться. Нет, вы реально поплывете на плоту? А чего нет-то, Анжелика? У меня нет купальника. Во-первых, во-вторых, холодно. Ну да. Пойдемте лучше тогда. А у меня есть купальник. Можно палкой отодвигать. Можно палкой отталкиваться от дна, но там глубоко. Было бы пожарче, но ладно, мы посмотрим. Видите, водичка здесь какая чистая, хорошая. Марточке нравится, вот. Зайка. Пойдемте, меня Марта вся облила водой. Ага, запрыгнула. Так, идем. Идем, идем. Эль, давай чутка вот туда. Давайте тут. Вот, вот здесь, может быть. Только не брызгай на нее. Она будет бояться воды иначе. Умница! Соня, отойди, 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 Соня, не пугай. Вот это собака, вот это собака, вот зайка. Марта, где палочка? Где палочка? Марта, привет. Молодец, молодец. Ай, палочку принесла девочка. Слушай, это круто, очень круто. Обычно собаке гораздо тяжелее в воду заходит. Да, я даже не ожидала. Она дома так боится. Молодец, хорошо, хорошо. Вот сейчас ее нагонять, набегается, наплавается зайка наша и будет отдыхать. Малышка, вот хорошая собака. Выпусти его, выпусти, головастик. Хорошо. Дай мне палочку, Марта, возьми палку. О, Марта, палка. Зайка. Ой, поперхнулась водой. Мама! Мама!
волной. Давай, вперед, вперед, возьми, возьми, возьми. Возьми. Давай, 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 давай. Палочка. Молодец, давай. Палочка, еще, палочка. Молодец. Бедная. Ой, умница, ой, умница. Молодец. Ой, умница, собака. Какая Марта молодец у нас, звездочка. Звездочка, Марта. Собаку никогда нельзя насильно заталкивать в воду. Только путем игр можно заманивать. Марта, где палочка? Где палочка-то? Вижу. Вон палочка, там Марта палочка. Сейчас мы хорошенечко выгуляем собаку, потом поедем купим мясо и будем делать шашлыки, но это уже на даче. Столько эмоций, столько эмоций. Да, да, мы все грязные, ребят, посмотрите. А это не смертельно. Лежать. А как тут заниматься, когда там такое происходит? Таиска, не замерзла, детка? Нет, я поплыла. Да. Ой, кто это бежит? Ой, кто это бежит? Марта, спасай Соню, иди. Марта, где Соня? Где Соня? Мам, смотри какой, смотри какой. Ну, это жучок обычный. А чего он на меня прилетел? Ему нравится на тебе. Эля, что-то она жрет у нас. По мне ест. Марте эта девочка очень понравилась. Она боится далеко, она только палка. А там палка? Давай, ну-ка сидеть. Лапу. Молодец. Лапу. Другую. Другую. Шикарно мы устроились. Да, мы шикарно устроились. Вылезай давай, замерзла, небось.